Ну хорошо, ладно. Стартуем. Значит, меня зовут Владимир Шумов, коммерческий директор компании Текстера. Компания Текстера специализируется как раз на таком инструменте интернет-маркетинга, точнее не инструмент, методологии, как хотите, как контент-маркетинг, да, комплексный интернет-маркетинг, ну, на решениях комплексного интернет-маркетинга, соответственно. Ну, мы в России, в общем-то, скажем так, выступаем в роли популяризатора, да, то есть рассказываем об этом методе, показываем, делаем кейсы, внедряем для своих клиентов, соответственно, обладаем неким багажом знаний, представлений по этой методологии. Методологию придумали не мы, она взята из, скажем так, англоязычного интернета, там она существует, ну, года где-то за 3, за 4 до нас, да, в общем-то, то есть там совершенно другой уровень развития сейчас этой методологии, понимание ее, конкуренция и так далее и тому подобное. Так что, ну, мы здесь в этом смысле отстаем, то есть у нас в России только-только до единиц начинает доходить, что контент-маркетинг это действительно рабочий инструмент, его действительно нужно в той или иной форме использовать практически в любых нишах. То есть здесь опять же тоже вопрос для дискуссии, там, если вы будете углубляться в эту тему, вы выясните, что есть различные точки зрения, кто-то считает, что контент-маркетинг не для всех, я считаю, что он для очень большого количества тем, да, то есть тем, для которых он не подходит реально, их очень и очень мало, поэтому, ну, финансовая тематика таковой не является, да. Значит, контент-маркетинг как инструмент продвижения финансовых брендов. На самом деле я бы не хотел акцентироваться. Я понимаю, что у вас вебинар посвящен именно финансовой тематике. Я затрону практическую часть, расскажу вам ее настолько, насколько смогу в рамках тех ограничений. Да, почему? Потому что, ну, вы сами прекрасно знаете. Банки, финансовый сектор достаточно, как бы, с этой точки зрения скрытны, да, и ограничивают исполнителей различными соглашениями о неразглашении. Поэтому, ну, как бы, что могу, расскажу, да, доказать вам, показать навряд ли что-то смогу, вам придется, ну, либо поверите мне, либо не поверите, насколько буду убедительным. Так вот, будем говорить в целом, тезисно, да, о том, почему методология вообще это работает, да, как мы к ней приходим и что нас к ней подталкивает в той или иной степени. И поговорим, в чем она, собственно говоря, заключается, основные какие-то вещи. Понятно, что за полтора, там, за 2 часа я не смогу вас научить контент-маркетингу, там, дать какое-то либо серьезное экономическое обоснование, это все отдельные, как бы, компетенции, отдельные темы, там, как рассчитывать эффективность, какие KPI внедрять, как корректировать свою контент-маркетинговую стратегию и так далее и тому подобное. Это все, как бы, целью этой лекции, я считаю, заинтересовать вас, да, привлечь внимание к этой методологии, чтобы вы смогли это как-то на себя ретранслировать. И если я зацеплю, ну, уже будете как копать, углубляться в этом направлении, углублять свои компетенции, расширять. Значит, вот какая история, друзья. Ну, в интернет-маркетинге зачастую ну, большая часть активности так или иначе крутится вокруг поисковых систем. По вполне понятной причине, да, у поисковых систем есть трафик, ну, то есть посетители, аудитория, любая аудитория, да, то есть самая большая доля в интернете по аудитории, самое большое количество это у Яндекса, у Гугла, там на третьем месте Mail.ru, но Mail.ru обычно считается там со всеми вместе проектами, они там где-то даже могут быть больше там того же Гугла, если считать Мой мир, Одноклассники, саму вот эту поисковую систему Mail.ru, Контакт и так далее. Значит, все крутится вокруг поисковиков, да? И, соответственно, поисковик, ну,
логично, что интернет-маркетинг, он, ну, как инструменты, все методологии, они крутились вокруг вот понимания принципа функционирования поисковой системы и работы с этими самыми поисковыми системами. Значит, ну, так, сейчас, секундочку, попробую, вот, покрупнее. Значит, ну, в 93-м у нас был принцип семантической релевантности. Все было просто понятно, да, то есть есть поисковый запрос, получить кредит, да, взять кредит. И, соответственно, мы на нашем сайте должны были сделать страницу, на которой бы присутствовал текст с соответствующим словосочетанием. То есть была бы семантическая релевантность, да, то есть поисковые системы не умеют понимать суть изображения, не умеют понимать сути видеоконтента, они умеют понимать суть текстового контента, да, поэтому все до сих пор крутится вокруг текстовых форм контента, и в принципе принцип семантической релевантности он в той или иной степени действует до сих пор, но уже там размыт, грубо говоря, его роль не настолько велика. Дальше добавилось принцип ссылочного ранжирования 2000-х годов, то есть покупались ссылки со сторонних ресурсов, то есть есть ваш сайт, есть другие сайты. Если другие сайты дают ссылки на ваш сайт, логично, понятно, вы считаетесь каким-то авторитетным источником, вам можно доверять, значит, поисковые системы дают вам трафик, приводят на ваш сайт целевую аудиторию. Ну, методика оказалась манипулятивной, можно было создавать сайт, левые сайты, ставить на них ссылки, поднимать так свой сайт. В общем, ну, так или иначе от этой методики ушли. Там, примерно в 2007 году превалирующую роль в ранжировании там, и в логике распределения трафика по сайтам, то есть там, кто выше, кто ниже, кому сколько посетителей, что называется, отсыпать. Поисковые системы отдали предпочтение поведенческим метрикам, и сейчас они очень сильно развиты. Это самые главные метрики, да, то есть поисковой системе не нужно там особо теперь заморачиваться, там сколько ссылок, какой там у вас файл robots, еще что-то, так ли у вас все технически. Сейчас самое главное, что есть у поисковика, у него есть ресурсы, да, то есть технологически появилась возможность, появились данные, всякие Яндекс браузеры, Google, Chrome, всякие плагины, мобильные, там, андроиды, все это, в общем-то, позволяет поисковым системам, самое главное, собирать паттерны поведения, да, логику человека и делать уже некие срезы. Значит, берем там вашу тематику, банковскую тематику. Есть там 1000, 2, 3, 5 тысяч сайтов. И есть некие паттерны поведения. Сколько времени посетители проводят в среднем на этом сайте, сколько на этом, сколько на этом, сколько формы заполняется на этом, а сколько у конкурента заполняется, какое количество страниц в среднем просматривается, а после того, как попал посетитель на ваш сайт, уходит ли он обратно в выдачу, не найдя ответа на вашем сайте, или остается на нем. То есть поисковая система принимает решение на основании поведения аудитории, да? То есть аудитория голосует, что называется, ногами. Если она приходит, если ваш сайт ее удовлетворяет в той или иной степени, значит, у вас все будет хорошо в отношениях с поисковиками, вы будете получать условно-бесплатный трафик из поисковых систем, он самый дешевый, один из самых конверсионных, в общем, по бизнесу у вас будет все очень и очень хорошо. В общем-то, эра поведенческих факторов как раз задала вот этот тренд, который сейчас, в общем-то, ну, контент-маркетинг как методология активно эксплуатируется, да, тренд на улучшение вашего сайта, на реальную направленность на удовлетворение посетителя, да, то есть мы делаем сайт компании удобным, понятным, там работаем с юзабилити, тестами, делаем, вызываем эмоции и так далее и тому подобное. Да? То есть у нас уже не остается каких-то манипулятивных механик, мы должны все это дело улучшать. Но это все здорово, замечательно до определенного момента.
Все дело в том, что надо задаться вопросом, а что же будет дальше, что нас ждет впереди. Ведь впереди, ну, какая-то как бы неизвестность. Ведь очевидно, сейчас уже, ну, прошло достаточно большое количество времени. Вот у меня на отрезке здесь 2014 год, это достаточно старая картинка. Да, мы уже как бы тогда об этом задумывались и понимали, в общем-то, что все к этому идет. Рассказываю, да. Значит, а все движется, друзья мои, вот к чему. Все движется в сторону нейронных сетей и искусственного интеллекта, как бы это громко ни звучало. Поисковые системы настолько близки к искусственному интеллекту, ну как бы как никакая другая система. У них есть для этого все. Огромные массивы данных, огромное количество различных моделей поведения, огромное количество контента, на котором можно обучать нейронную сеть и так далее. Да? То есть, ну, техническая инфраструктура, есть все. Естественно, эти компании в эту сторону движутся, и Google, они об этом открыто заявляют и так далее и тому подобное. Но все это было для нас каким-то космосом, да, это где-то там будет, в книжках мы читали, когда это наступит, непонятно. Вся соль в том, друзья мои, что это уже наступило, будущее уже здесь, да, в той или иной степени. Значит, вот я вам привожу скриншот с сайта Search Engines, посвященного там поисковой оптимизации профильный ресурс. Значит, 24.06.16 года, вот в этом году, Google изменила, значит, включила Rank Brain на обработку всех поисковых запросов. Что это означает? Rank Brain – это нейронная сеть. Еще где-то в середине 15-го, если мне не изменяет память, они ее включили. Да, то есть нейронная сеть начала обрабатывать часть поисковых запросов. Да, задумалась о том, то есть нейронная сеть думает о том, так, вот посетитель ввел какой-то запрос. Что он ожидает увидеть? Какой сайт ему показать? Да, она анализирует эти сайты, приходит к выводам, там, выбирает какие-то метрики ключевые. Этими метриками уже может быть и не текстовая релевантность, и не ссылочная релевантность, и даже не поведенческие факторы, которые мы привыкли. Они могут быть совершенно космическими, вообще непонятными, непонятными, неизвестными и неочевидными для нас с вами. Более того, вес этих, то есть помимо того, что могут добавляться новые какие-то метрики непонятные, они еще и могут... Ну, веса для них меняются в режиме реального времени, в режиме обучения. Вот, соответственно, 15% запросов до этого времени обрабатывала нейронная сеть. Понятное дело, что целью поисковой системы было получение, ну, решение задачи, чтобы выдача в Гугле была более релевантной, более полезной, то есть удовлетворяла посетителей поисковой системы Google. Вот, собственно говоря, в июне, получается, этого года 100% всех поисковых запросов обрабатывает нейронная сеть. Это означает что? Это означает, ну, фактически, если утрировать, ее все поисковые запросы обрабатывает искусственный интеллект. Все. Нету абсолютно никакой методологии, да, которая бы вам гарантировала, что ваш сайт, вашей компании будет ранжироваться в поисковой системе высоко или низко, на третьем, на пятом, на десятом месте. Почему? Потому что нету апдейтов, нету, как бы, нету базовых вещей, на которые мы могли бы опереться, да? Нету метрик, которые бы мы понимали, а нам нужно улучшать поведенческие. А, нам нужно покупать ссылки. Все, все меняется в режиме реального времени. И метрики, и веса метрик, и логика, и наш контент, наш сайт. Все как бы это как бесконечный круговорот, и он полностью, абсолютно, вот, безоговорочно нивелирует для нас возможность найти уязвимость какую-либо в логике поисковой системы и ее эксплуатировать. Да?
Борьба снаряда с броней закончилась. Все, робот постоянно увеличивает броню, и у нашего с вами снаряда нету ни единого шанса. Если вам кто-то предложит серебряную пулю и скажет о том, что мы гарантированно 100%, это какая-то, ну, ерунда, да? То есть, скорее всего, там какие-то механики будут связаны там с привлечением ботов, там, трафиком с каких-то сторонних ресурсов зашифрованным и так далее, да, то есть, ну, это не будет трафик из естественной выдачи в поисковых системах. Так, одну секундочку. Казалось бы, да, вот эта ситуация для рынка, она могла бы означать, что Nokia, Google, у Google примерно там 35-36% всей аудитории российского интернета, да. А, кстати говоря, это, количество этой аудитории растет с каждым годом, а в принципе компетентные люди на рынке предполагают, что через 5-7 лет компания Яндекс в той позиции, в которой существует она сейчас, уже может не стать. Поэтому как бы Google списывать со счетов не надо, нельзя и ни при каких условиях. Но дело в том, что, естественно, не только Google в эту сторону думает. На самом деле нейронные сети работают уже очень и очень много где. И нейронные сети сейчас будут развиваться с космической скоростью. Они совершенно перевернут большое количество рынков. Может быть, и в том числе и ваш. Да? То есть примеров нейронные сети уже пишут музыку, рисуют картины, пишут тексты для песен, контент создают, да, вот мы контент-маркетинговое агентство, у нас есть редакция, есть редактора, есть корректоры, есть копирайтеры. Вполне может быть, что через 3 года все эти люди окажутся без работы. Почему? Потому что, ну, при текущей скорости развития нейронных сетей вот этой тематики, вполне может быть, все эти задачи будут решаться достаточно легко при помощи них. Нужен тебе контент, нужен гайд, нужна инструкция, тебе нужно описание для карточки товара, описание для услуги. Пожалуйста, выгружаешь какие-то базовые метрики, указываешь на контент, который нужно изучить нейронной сети, все, дальше как бы получаешь качественный контент и очень быстро, да. А мы, опять же, существуем в эпоху как бы, скорости, да, все ускоряется. Тот, кто быстрее, тот и на коне. Значит, вот только некоторые примеры, да, из Яндекса. Автору, да, научились распознавать автомобили по фото. Это нейронная сеть. Делает отвратительно, да, то есть можно навести на кружку, и он скажет, что это там Геленваген. Но если сфотографировать автомобиль, все-таки более-менее как бы результат адекватный. И будет все это дело развиваться, расширяться. Самое интересное, что может быть уже сейчас для вашего бизнеса, может быть вы не в теме и не используете, вы или ваши коллеги, Яндекс.Аудитория. Берешь, выгружаешь профиль 1000 клиентов. Систему Яндекс, нейронная сеть, значит, там 2 параметра, e-mail и телефона. Нейронная сеть анализирует эту аудиторию и находит, то есть рисует вот прям по этой 1000 людей, вычерчивает какой-то понятный портрет, кто ваш клиент. Вот мы это сделали, значит, для 1000 контактов нам Яндекс нашел еще 5000 вот, максимально похожих на эту аудиторию людей. Там есть такой ползунок, да, с делениями, да, там их 4 всего лишь деления. Вот мы сдвинули ползунок на всего лишь на 1 единичку, то есть расширили охват, стало там 70 тысяч посетителей. Понимаю, что для вас это как бы смешные цифры, но у вас и база клиентская, наверное, не из 1000 контактов состоит, да, и целевая аудитория у вас совершенно другая, конечно же, не то, что у нас. При этом
Яндекс рассказывает о том, как это работает. То есть доходит вплоть до того, что в системе ставится задача. Надо вот на одном из вебинаров представитель компании делился следующим кейсом. Стояла задача у клиента, ему нужны были выпендрежники. Вот нужно было выявить выпендрежников в интернете и им предлагать услуги вот этого клиента. Эту задачу поставили нейросети и точно так же дали какое-то количество контактов. Я не знаю, какое, в кейсе это не освещается. Нейросеть провела анализ и выявила, что выпендрежниками являются чаще всего люди, которые в поисковом запросе, то есть вот люди, когда ищут какой-то товар, там iPhone белый, iPhone черный, они используют в описании цвета, я вам сейчас совру, не точно, я просто не запомнил, как этот цвет, что-то типа пурпурного или перламутрового, да, то есть вот нейронная сеть выявила этот признак, нашла эту аудиторию и действительно показ рекламной кампании именно на эту аудиторию увеличил продажи у клиента. Я вот не помню, в кейсе они говорят, они, по-моему, абстрактную, естественно, цифру используют, что-то типа кратно, там, в 2, в 3, в 5, 10 раз. Не знаю, да, вот точно не скажу, кратно увеличил ли эффективность рекламной кампании. И это только начало, это только вот, если вы видите, дата там тоже июнь этого года, что будет через год при наших текущих технических возможностях, текущем техническом уровне развития. Значит, Яндекс прогнозирует погоду, Яндекс персонализирует для нас музыку, Facebook подстраивает под нас нашу ленту, Instagram подстраивает под нам, ну, нам в информационную ленту только то, что нам интересно. Это все нейросети, которые, ну, то есть технология, которая очень и очень развивается и сейчас входит в нашу жизнь. Что там говорить, как бы вот опять же о будущем. Не помню, прошу прощения, да, может где-то я не точен, как бы вот для лекции я вам показываю конкретные, да, сервисы. Вы потом все мои тезисы озвученные можете проверить, погуглить, да, проводились испытания не у нас, насколько я помню, в США. Значит, тестировали на авиасимуляторе лучших военных, ставили против нейросети, да, в бой. И, ну, как бы без шансов, да, то есть война роботов, война там самолетов, это все реальность. И это все изменит наши с вами рынки, наш. В том смысле, что рынок маркетинга перевернет с ног на голову, возможно, и ваш. Ну, как бы с точки зрения, там, не знаю, аналитики, продуктов и чего-то там, чего-то еще. Но я вам сейчас, мы сейчас разговариваем о маркетинге, соответственно, как бы будущее, как я уже сказал, наступило. Наши с вами старые парадигмы не работают. Мы должны искать новые инструменты, новые возможности, которые предполагали бы ориентацию, которые предполагают ориентацию не на поиск в логике, в поисковых системах, в инструментах, а на удовлетворение нашей с вами целевой аудитории, на ее персонализацию, на выстраивание коммуникаций и так далее. Это, ну, как бы фактор номер один. Значит, то есть понимать поисковую систему нам очень и очень сложно. Значит, далее. Соответственно, нейросети и задача поисковых систем удовлетворять их посетители. Посетители, который пришел на страничку Яндекса, на страничку Гугла, Мейла и что-то ищет. Да, задача поисковика его как можно быстрее удовлетворить, чтобы парадигма прихода в Яндекс, Гугл у аудитории сохранялась и, естественно, там компании продолжали получать свою прибыль, выручку.
Соответственно, нейросеть, они этому обучают и будут обучать. Лучше понимать аудиторию. Соответственно, мы в нашей маркетинговой активности должны всегда понимать, что мы должны работать над счастьем пользователя, над нашим сайтом, над нашими страничками, чтобы это счастье у пользователя вызывать. Значит, чтобы понять, как вызвать счастье у этого пользователя, мы, очевидно, должны дать себе ответ на вопрос, а кто пользователь? Кто эти люди, которые сейчас пользуются интернетом, сидят в мобильниках, планшетах и так далее. И здесь у нас всплывает другой аспект, которого мы не можем коснуться. Это как раз поколение миллениалов, да, поколение людей, рожденных там, с 1980-го по настоящее время, да, то есть по 2000-е. Там сейчас идет разделение поколений X, Y, Z, да, то есть, но тем не менее, поколение миллениалов, ну, я яркий представитель поколения миллениалов, мне 31 год, я родился в 1984 году, при мне происходила эта самая компьютерная революция. При мне я это наблюдал все, да? Как приходил интернет, как вначале компьютер пришел в каждый дом, потом пришел интернет, как появились мобильники. Все это приходило при мне, при поколении миллениалов, и мы, миллениалы, уже, скажем так, их сознательная жизнь зачастую гораздо длиннее, то есть в сознательной жизни они больше помнят себя с интернетом и с этой инфраструктурой, нежели без нее. То есть интернет – это уже такая же среда для миллениалов, тем более поколения 1990-х, 2000-х. Они вообще родились, и для них это вообще так же естественно, как воздух, как земля, как вода. Это для них среда, без которой они жизни не знают, не помнят себя без интернета. Это поколение всегда онлайн. Это поколение, живущее в эпоху гиперинформации. Поколение, умеющее эту информацию потреблять, умеющие быстро определять, что ей интересно, что ей неинтересно, отфильтровывать ее, находить для себя что-то новое, находить в этом какой-то интерес и так далее. Да? И мы, соответственно, в нашей маркетинговой активности, очевидно, должны это принимать во внимание. Мне 31 год, я вполне себе платежеспособный, там, могу теоретически нуждаться там и в кредите, и в лизинге, и в всем что угодно. Да? И я, очевидно, предполагаю, что попадаю под вашу целевую аудиторию. И таких очень и очень много. Я не знаю, вы эту цифру знаете, полагаю, что знаете лучше меня, и вам за это рассказывать не вижу смысла. Значит, что еще, вследствие чего, что важно для миллениалов, да, в отношениях его с брендом. Во-первых, миллениалу важно дружить. Он уже умеет, он обладает, дружить с брендом, он обладает и умеет пользоваться соответствующим инструментарием. А именно, самое банальное, социальные сети и всякие мессенджеры. Миллениал привык, да, что он может вступить в контакт с кем угодно, у него есть такая возможность. Может найти любого руководителя, там, директора в социальной сети, высказать ему что-то, поделиться своим мнением, сопереживанием. Ему важна вот эта возможность вступить в коммуникацию, получить обратную связь, ассоциировать себя с брендом, дружить с брендом. Естественно, поскольку эпоха гиперинформации, да, и миллениалы замечательно умеют в этом информационном поле лоббировать,
в том числе для них как бы важно, да, то есть это неотъемлемая составляющая. То есть, чтобы лоббировать, мы должны обладать определенным уровнем свободы. Миллениал сам хочет решать и будет решать, что он хочет читать, что он будет смотреть, а что ему неинтересно, что он не будет смотреть. Естественно, ему нужны все новые и новые, его сложно удовлетворять. У него как бы открытая потребность в новых эмоциях, новых ощущениях, в новом опыте. Да, для него он как бы на волне, эта волна должна постоянно генерироваться брендом, да, то есть чтобы миллениалу было классно с этим брендом сосуществовать. Соответственно, получается, что мы с нашими классическими маркетинговыми методиками миллениалу неинтересно. Мы с нашим исходящим маркетингом, когда мы идем к нашей целевой аудитории, понятно, что у вас не только миллениалы, я это прекрасно понимаю, но в интернете все-таки миллениалов, наверное, больше. Да, мы же говорим за интернет-маркетинг. Мы им не интересны, мы им непонятны, да, мы должны стать другими, мы должны стать для них ближе, мы должны давать им возможность высказаться, мы должны давать им возможность получать новые опыты, новые эмоции. Наши исходящие рекламные сообщения, наши баннеры, наша спам-рассылка им абсолютно не интересны, они им не нужны, они умеют это отсекать и фильтровать. И вы сами, как, ну, я думаю, вы как слушатели, тоже умеете прекрасно не замечать рекламу. Вообще кризис рекламы, тема кризиса рекламы существует там буквально там, с тех же 80-х годов периодически возникает и говорится о том, что ну, мы все люди умеют фильтровать. Да? Мы замечаем только то, что хотим замечать. А эти ребята это делают, ну, гораздо круче предыдущих поколений. Соответственно, получается какая история? В интернете мы, хочешь не хочешь, должны работать и учитывать специфику, логику поисковых систем. Иначе мы будем вечно сидеть на игле, покупать лиды у CPA-сетей, платить бешеные деньги за контекстную рекламу, там, и в поисковиках, и в социальных сетях, покупать баннерную рекламу, платить ну, хорошие деньги за пиар, да, там, за публикации в ведомостях, Forbes и прочем, для того, чтобы вот, иметь возможность окучить эту аудиторию. Когда это можно делать? А если мы будем учитывать, будем понимать поисковика и будем работать с нашими сайтами так, чтобы они ранжировались и получали этот трафик, у нас как бы по бизнесу, по деньгам, то есть клиент у нас будет дешевле обходиться, получать мы его будем больше, и очевидно, это и является нашей стратегической задачей. Соответственно, поисковика понять вот на том уровне, на каком мы раньше могли понимать, и точнее влиять и управлять, мы не можем поисковика. Значит, аудитория у нас уже такая, что она не хочет нашего исходящего маркетинга. Исходящий маркетинг, вы поняли, да, когда мы со своим рекламным сообщением идем к нашей аудитории. А входящий маркетинг, когда мы создаем некую ценность, и аудитория сама приходит к нам зачем-то и приобретает там услуги. Ну, мы об этом поговорим подробнее ниже. Соответственно, это не работает. Так мало всего. Помимо этих двух уже, по сути, безапелляционных факторов, говорящих о том, что чуваки, ребята, господа, надо что-то менять в нашей активности, мы еще и наблюдаем кризис в современных медиа. Да? То есть я вам привел некоторые ссылки, да, вот есть хорошая статья 2014 года, есть отчет, да, по мировым изданиям, то есть ситуация какая, да, там рынок газет, рынок печатных изданий вырос там благодаря Китаю и Индии,
Но в целом во всех развивающихся странах падение и количество точек продаж, и количество тиражей. Бумага никому не интересна, никому не нужна. С видео будет все то же самое, с телевидением. Доля Ютуба растет, поколение людей, люди потихоньку меняют парадигмы. Ну, понятно, я в IT-среде, я уже знаю людей совершенно точно, которым не нужно телевидение в классической форме. Есть достаточно ленты Facebook, ВКонтакта плюс YouTube. Более чем достаточно. Они вольны выбирать момент, когда они хотят получить информацию, какую они хотят получить информацию. Это все характерно для миллениалов, да, ну, тем более, что как бы, ну, все для этого есть. Инфраструктура позволяет, технологические прорывы позволяют, там, все это есть уже там в телевизорах, смарт-ТВ и так далее и тому подобное. Да что там говорить, там смарт-ТВ, я не знаю, скоро будет в фотоаппаратах, потому что уже фотоаппараты выпускаются с различными приложениями, надстройками и прочим, и прочим. Соответственно, и медиа не работает. Да и аудитория эти медиа не воспринимает. И поисковики, в общем-то, стали для нас непостижимо непонятными, потому что стали фактически искусственным интеллектом. И как быть, да? Какая методология должна прийти на смену? И, в общем-то, в англоязычном интернете пришла, и в Рунете она пришла, ее используют. Я покажу вам, да, компании, всего их там немного, кто использует, но использует. Значит, ну, очевидно, да, я рассказываю за контент-маркетинг, очевидно, если мы решаем задачу делать счастливыми миллениалов, да, то есть наш маркетинг существовать должен в парадигмах, которые удовлетворяют эту целевую аудиторию. Если они будут удовлетворять целевую аудиторию, значит, искусственный интеллект будет это оценивать, фиксировать и ранжировать нас выше, значит, у нас все будет хорошо по бизнесу. Я могу повторяться, но я просто моя цель закрепить эту, ну, как бы логику, да, чтобы вы вот эту цепочку ловили. Соответственно, значит, есть такой термин «контент-король». Но что он дает аудиторию и бизнесу вообще? Короля, думаю, все узнали, да? Юлия, давайте вопросы в конце, да, мы как бы ответим на них. Значит, что такое контент-маркетинг по своей сути? Контент-маркетинг – это входящий маркетинг. Контент-маркетинг – это доверительный маркетинг. Я несколько терминов, тезисов называю, чтобы у вас сложилось более точное определение. Контент-маркетинг – это подход к сайту коммерческой тематики как к средству массовой информации. Да, давайте, наверное, даже вернемся, да, остановимся еще вот на этом, поподробнее, на этой мысли. И еще почему вот здесь кризис, да, в медиа кризис? Да потому что появились платформы и инструментарий, позволяющий любому, у кого есть выход в интернет, высказываться и быть автором, да? То есть если 3-5 лет назад авторов были тысячи, то сейчас их сотни тысяч, а может быть и миллионы. Да, это не все, не все авторы, да, не все умеют писать, не у всех есть талант. Скорее, мне вот понравился термин постеры, да, люди, которые постят информацию. Но они уже выступают в СМИ. Вы посмотрите, блогеры с сотнями тысяч посетителей ежедневно, ежедневно, с миллионной аудиторией, там звезды Инстаграма, звезды Live Journal, звезды, не знаю, Фейсбука, да, лидеры мнений. Сегодня фактически, ну, я предполагаю, что если ты хочешь устроиться в СМИ успешным журналистом, тебе вполне достаточно прийти и показать профиль, твой профиль в Фейсбуке, где там
10 тысяч френдов и там 100-500 тысяч подписчиков, да, ты сам по себе уже средство массовой информации, ты уже медиа, и каждая компания вынуждена будет сейчас становиться медиа, становиться средством массовой информации, вступать в коммуникацию через контент с ее целевой аудиторией. Те компании, которые не будут это делать, они просто их вытеснят другие, да, их вытеснят сегодняшние школьники-ютуберы, которые завтра подрастут и уже умеючи создавать контент на потоке, чувствуя, понимая аудиторию и уже имея аудиторию, начнут просто окучивать ваши ниши, и вы понесете деньги им. Ну, как бы понятно, да? То есть я думаю, что вы уже испытываете, находитесь в этой ситуации, когда там, ну, ведомости, Forbes, я не особо в теме, я не был внутри вашего рынка, не знаю, уже этого недостаточно. Может быть, этого всегда было недостаточно, но я к тому, что количество точек, возможно, в соприкосновении с вашей аудиторией все больше и больше, она все больше и больше размывается. И это как раз связано вот с этим самым явлением. Медиа может стать любой. И сегодня любая серьезная компания, корпорация вынуждена будет становиться этим самым медиа. И вот этот кусочек аудитории отгрызать. Так вот, контент-маркетинг, входящий маркетинг, доверительный маркетинг, он как раз про это. Это подход к сайту коммерческой тематики как средство массовой информации. Фактически это предполагает, что вы у себя в компании должны сегодня, завтра, прямо сейчас создавать редакцию, делать редакционную политику, брать редакторов, корректоров, брать контент-менеджеров, которые будут верстать, ну, может быть, они у вас уже есть, верстать тоннами этот контент, дизайнеров, которые будут делать, или, может быть, даже фотографов, может быть, даже видеооператоров, все зависит от форм контента, который у вас есть. Контент-стратегов, вообще профессии, которые только-только на рынке, ну, как-то формируются какие-то стандарты, что такое контент-стратегия, только вот у нас на рынке это все только-только зарождается. Вы уже должны начинать это делать. Для чего? Для того, чтобы на своем сайте создать некую дополнительную ценность. То есть вы начинаете писать контент не просто абы, то есть контент не ради контента, а контент ради целевой аудитории, ради ее боли. Как выбрать лизинговую компанию, как корректно рассчитать проценты, как не попасть с поставщиком оборудования, как правильно оформить договор, как открыть счет, все что угодно. Да? То есть вы начинаете обучать, вы начинаете делиться каким-то своим опытом с вашей целевой аудиторией. Вы этот контент распространяете как медиа, то есть вы его не только капитализируете и аккумулируете на своем сайте, а делаете вы это для чего? Для того, чтобы, чтобы у вас с поисковиками все было хорошо, да, то есть здесь ставку надо делать именно на сайт, потому что у сайта есть прокачанная система аналитики, прокачанная система конверсий, проще тестировать и прочее, прочее. Ну, это понятно, вы как бы не малый и не средний бизнес. Вот эту историю делать только в социальных сетях не совсем правильно. Да, то есть, ну, вы можете делать, она будет получать отклик, но вы будете просто терять деньги. Почему? Потому что самое сложное в этой истории, понятное дело, сделать этот самый контент. Да, то есть производство гораздо сложнее его распространения. Поэтому мы производим, капитализируем на сайте, все складываем и начинаем распространять. Социальные сети, e-mail, рассылка, внешние публикации. Внешние публикации, это другие сайты, форумы, какие-то сообщества профильные в социальных сетях, не подконтрольные вам, но с вашей аудиторией, которые развиваются по модели средства массовой информации. Вот это все
соответственно, решает задачу, одну из задач привлечения внимания миллениалов, да, и удержания внимания. Вы начинаете появляться в той среде, где миллениал, собственно говоря, существует и находится. Вы начинаете там мелькать, вы начинаете там существовать и создаете возможность коммуникации, вступления дополнительной коммуникации, комментариям под пост, комментарии в посте в социальной сети, сообщение в вашу группу, если он там добавился, вы его заинтересовали контентом, комментарии к статье в самом блоге, репост статьи со своим комментарием, со своей оценкой, со своим мнением. Это все работает на вас, да? Понятно, что там включаются сложные механизмы. Я так предполагаю, у вас это сложно. Мне это сложно оценить. Я не работал в компаниях там, в сотни или там, в тысячи человек. Я здесь перед вами абсолютно честен. Там какие-то истории с отзывами, с ответами на негатив. Это крайне сложно разруливать компаниям крупным, но как бы нужно и, и важно на это уделять ресурсы, да, потому что, ну, я говорил, с миллениалами нам с вами придется дружить, вам особенно, а мы-то уже дружим. Значит, подойдя к вот, приняв для себя решение о том, что все, там Владимир Шумов нас убедил, мы должны делать СМИ, возникает очень важный вопрос. А что за контент мы должны писать? Что мы должны создавать? Понятно, что мы должны создавать для миллениалов. Понятно, что мы должны создавать контент интересный, востребованный. И желательно, сильно желательно, чтобы он решал какую-то боль. Да, чтобы он к нам пришел. Мы помним, да, у нас парадигма такая, что мы создаем ситуацию, когда наша целевая аудитория приходит за некой ценностью. Ценность у нас, понятно, может быть и в нашем коммерческом предложении, и в сервисе, и в дизайне, но и в контенте в том числе, да, в нашей информации. Но самое главное, коллеги, вы не забывайте, самое главное, чего вы должны добиваться, это экспертизы. Ваш контент должен быть экспертным, он должен нести частичку вашего опыта. Вы должны выделять, не просто журналист должен писать, не просто филолог или копирайтер. У вас должна быть какая-то экспертная оценка, либо интервьюировать эксперта, либо экспертная вычитка. Но вы должны обязательно ретранслировать какой-то свой личный опыт, да, свою личную позицию. Может быть, в идеале даже, хотя опять же для вас это, наверное, будет сложно, авторскую позицию. Почему? Потому что если вы будете делать контент для контента и без вот этих нюансов, без экспертизы, без личной позиции, будет следующая ситуация. Вас просто смоет волной других СМИ, других медиа, которые это делают. А вы прекрасно понимаете, свою позицию сейчас, ну, как бы высказывает кто угодно, начиная там с 7-летнего школьника, да, и эта позиция, она может быть интересна людям, она может привлекать, она будет подкупать. Наши, ну, как бы, у большинства это встречается, да, потому что там политики, там то, сё, пятое нельзя. Вот сухие корпоративные тексты, вылизанные, идеальные, без единой ошибки, они людей не цепляют эмоционально, они не дают эмоций, они не позволяют миллениалу с вами дружить, они наоборот отталкивают. Вы говорите, мы вот настолько идеальные, что мы так далеки от вас, мы так далеки от реального мира, что с нами лучше не дружить. Поэтому, как бы, ну вот контент-маркетинг, он эту задачу решает. Он обязательно должен быть, то есть ваш контент обязательно должен содержать в себе какую-то экспертизу. Далее, ну, я уже, собственно говоря, по этому пункту уже сказал, да, что создавая экспертный контент,
Мы вызываем доверие, ведь люди доверяют кому? Экспертам. Если вы делитесь со своей аудиторией экспертизой, как на духу рассказываете, как им сэкономить проценты, там, не знаю, на кредите, в получении, в лизинге, еще что-то, как им сберечь их деньги, да, деньги, которые, может быть, даже в какой-то степени вы лично могли получить, если вы будете делиться этой экспертизой, вы будете восприниматься, вы постепенно будете вот этот образ эксперта формировать. Сформировав образ эксперта, вы получите лояльность аудитории к вам. Вы будете вынуждены работать с эмпатией, да, вызывать эмпатию аудитории, да, то есть, создавая вот экспертный контент, который решает проблемы клиента, вы будете создавать возможность той самой парадигмы дружбы бренда с целевой аудиторией. Да? Соответственно, мы все покупаем у экспертов, повторюсь. Да? Если человек эксперт, мне проще довериться. Я увидел вот в этих пунктах, что человек эксперт, ему довериться проще. Причем, коллеги, вот мы свое собственное агентство продвигаем по тем же самым методологиям. Мы сапожники в сапогах, да, и это все личный опыт, подтвержденный фактами. То есть, чтобы вам было понятно, вот на рынке, мы работаем на рынке поисковой оптимизации, так называемая SEO. Вы все, наверное, об этом знаете, да. То есть, задача SEO – получение как раз этого самого условно-бесплатного трафика из поисковых систем. Мы работаем на этом же рынке, но мы не SEO, да, то есть результат нашей работы тот же самый трафик, но мы его добиваемся через контент-маркетинг. Так вот, чтобы вам было понятно, мы занимаемся контент-маркетингом с 2012 года, где-то с середины. Сейчас у нас размер аудитории примерно 10 тысяч посетителей в сутки. Мы приближаемся к показателям отраслевых СМИ. Я надеюсь, что годика через полтора отраслевые СМИ мы где-то даже перегоним. Да? То есть выйдем для себя как бизнес на совершенно другой уровень. И, соответственно, у нас на нашем рынке нет ни одного SEO-агентства, которое бы обладало большей аудиторией, я предполагаю, большим количеством входящих заявок, чем мы. Но мы не самые крупные, конечно, по бизнесу. Мы меньше, есть больше агентства, крупнее. Почему? Потому что рынок еще образовывается, не понимает. У лидера рынка от силы, я предполагаю, точнее, я, конечно, точную цифру знаю, скажем так, меньше 1000 посетителей в сутки, меньше. Это совокупного трафика. Да, то есть со всех источников, не только с поиска. Соответственно, в 10 и более раз мы обогнали лидера, эта методология работает. Но я не это на самом деле хотел сказать. Я хотел сказать следующее. Есть, опять же, на рынке представление, я предполагаю, что вы в тему, если будете увлекаться, вам будут говорить, контент-маркетинг это долго, это вот надо много, чтобы статей прочитало, это нужно для ниш, где люди долго принимают решения. На самом деле нифига подобного. На самом деле образ эксперта не обязательно формируется за 10, за 12 там прочитанных статей. Он может сформироваться за одну суперклассную статью, за один суперклассный материал. В контент-маркетинге вообще вот опять же, отвечая на вопрос, какой надо создавать контент, то есть, например, там уже вот в нашей нише маркетинге понаписано уже всего, миллион всего, кто только что не рассказывает. И про лендинги, и про SEO, и там 100-500 правил, что хотите, вы найдете. Да? Достаточно просто создать лучший контент на рынке. Там наиболее исчерпывающий, с наибольшим процентом фактологии, с наибольшим процентом какой-то практической части, ссылки на инструментарий, скриншоты, гифки по тому, как нажать, использовать и так далее. Дополнительная видеоинструкция. Все, вы сделали контент лучше, чем все остальные. Аудитория, поверьте мне, это быстро заметит, оценит. Нейросеть быстро проанализирует,
поведение аудитории, и вы получите, начнете получать там трафик, посетителей на эту страницу, дополнительный, соответственно, контакт ЦА с брендом, и все у вас будет, собственно говоря, хорошо. То есть зачастую достаточно одной страницы для прочтения. Мы это наблюдаем на своей практике, и человек пришел с сайта по поиску, там, продвижение сайта по позициям, попал на нашу страницу, а у нас там продвижением сайта по позициям мы не занимаемся, видеоролик, и мы рассказываем, как, почему мы не занимаемся. Он посмотрел, вдохновился, доверился нам. Мы были с ним честны, открыты, и все, оставил нам заявку. Ему не нужно было как бы становиться там нашим каким-то постоянным читателем, хотя как бы методология контент-маркетинга, она как раз подразумевает капитализацию. То есть здесь такая же история, как со средствами массовой информации. Вы должны постепенно зарождать парадигму, потребность того, что аудитория будет приходить к вам в блог там еженедельно, ежемесячно. Это вот, кстати, одна из метрик, которую используют для оценки эффективности контент-маркетинга. Есть так называемое ядро сайта. Да? То есть у Life интернета счетчика есть отдельная строка ядро. Это люди, которые заходят там ежедневно, если мне не изменяет память. У Яндекса это можно определить как аудитория, которая заходит, ну, прямые заходы. У вас это будет сложнее, понятно, у вас прямые заходы могут быть связаны с входом в личный кабинет, еще что-то, но тем не менее, этот параметр предлагается мониторить, да, то есть, чем больше прямых заходов на соответствующий раздел, например, ваш блог, раздел со статьями, тем, соответственно, больше вашей постоянной аудитории, ваши апостолы. А, вот еще важно, да, вот то, что касается эмпатии. Опять же, собственная шкура, не как бы ничего такого, да. Это, кстати, на вашем рынке тоже это есть. Есть примеры, там дальше затронем. Люди, которые станут вашими читателями, с которыми вы поделитесь экспертизой, которые станут вашими друзьями, они будут вашими апостолами бренда. Эта методология позволит вам этих людей множить, да? То есть людей, которые за вас будут ходить и вас рекомендовать. Даже при условии, что они могут не являться пользователями вашего продукта. Как ни парадоксально. Может быть, для вашего рынка это не настолько будет актуально, как это на нашем рынке. Но у нас достаточно, ну, процентов, наверное, 20, да, заявок идет по рекомендациям. Да, человек приходит, говорит, мне вас порекомендовали. А кто вас порекомендовал? Мы не так давно на рынке, у нас еще не сотни тысяч клиентской базы, более-менее так всех знаешь, да. И выясняется, что нас порекомендовал человек, с которым мы никогда вообще не контактировали, который никогда не являлся потребителем наших услуг, но он уговорил другого купить, заказать у нас, потому что он читал наши тексты, потому что он в них увидел экспертизу, увидел через эти тексты экспертов в нас, и этого ему было достаточно для осуществление там, для передачи вот, рекомендации третьему лицу. Соответственно, это тоже эмпатия, это тоже очень и очень хорошая история. Понятно, что это долгий рубль, это все не сразу очевидно, но тем не менее. Я приведу вот здесь сейчас некоторые кейсы, у нас их полно. Не будет совершенно сейчас вот кейса по вашей тематике. Я в самом-самом конце расскажу, что могу рассказать из истории, которая была у нас в вашем секторе, каких результатов мы получили. Ну, соответственно, компании там 2,5. Значит, контент-маркетинг сразу, ребят, это долго. Это дороже, чем классическое SEO, да, но я вам сказал, это редакция, это люди, либо если это на сторону, ну, это сотни тысяч бюджет. Может быть, для вас это нормальная ситуация. В целом, для рынка поискового продвижения, чтобы, опять же, вы понимали, малый и средний бизнес готов
45-50 тысяч в месяц платить за интернет-маркетинг, это нормально, да? Соответственно, ну, понятно, как бы вот в этих реалиях очень тяжело существовать, но все равно умудряемся, как бы что-то получается, да? И там дистанция, ну, хотя бы год это минимум. Кстати говоря, зарубежный рынок, там агентство, известное агентство Нельсон, проводило исследование такого рода. Они взяли бюджет, допустим, не знаю, допустим, там миллион рублей на контекст и взяли миллион рублей на контент-маркетинг. И на протяжении полутора лет эти деньги тратили, да, оптимизировали контекст, оптимизировали контент-маркетинг и через, ну, соответственно, фиксировали все показатели, сколько лидов им дает этот канал, а сколько лидов им дает другой канал. Через 1,5 года они получили результат, что контент-маркетинг им дает за те же деньги в 3 раза больше лидов, чем контекстная реклама. Собственно говоря, мы в Рунете эту же самую картину наблюдаем. Мы как агентство не можем сказать, что ну, клиенты, понятно, не могут и не допускают нас, да, сколько в денежном выражении они получили. Мы можем только какие-то маркетинговые метрики, количество трафика, количество лидов, вот эти истории можем фиксировать и предполагать, что они выросли, да, пропорционально по деньгам. Может быть, конверсия чуть-чуть упала, там было 1000 трафика, стало 10 тысяч. Может быть, конверсия незначительно упала, но количество лидов все равно выросло. Значит, ну вот, соответственно, здесь, собственно говоря, демонстрируется это. Я взял только некоторое количество кейсов, там их у нас гораздо больше. То есть, кстати, вот давайте тоже остановимся на капитализации. За счет чего происходит капитализация? Почему контент-маркетинг работает в долгую? И почему, если вы обращаетесь какую-либо SEO-компанию, она вам обещает трафик, коллеги, обращаю внимание, трафик посетителей из поисковых систем, конверсионный, качественный, в течение там 2-3 месяцев, это все чушь и ерунда полная. Потому что, вот представьте себе ситуацию. Мы начинаем с вами сотрудничать. Допустим, вы пришли в наше агентство. Как это чаще всего происходит? Первый месяц это надо сайт проаудировать, все там проверить, поправить, пускай он уже вылизанный, пускай все хорошо. Надо сделать контент-маркетинговую стратегию, то есть изучить текущие контент-активности, изучить сообщество, изучить конкурентов, поднять информацию по профилям целевой аудитории, может быть, расширить эти профили, провести аудит, какие контентные единицы пользуются большим вирусным эффектом, получают наибольший отклик аудитории, что ей интересно, сформировать контент-маркетинг стратегию. Первый месяц только сформировали стратегию, второй месяц что-то начали писать. Там понятно, что опять же там первый контент это все долгие этапы согласования, понять, почувствовать клиента, почувствовать автора, подобрать стилистику. Да? Ну, не сразу эта история заводится, да, то есть на второй, там, в конце второго, может быть, в начале третьего пошли первые публикации, началась только какая-то история с контентом. В начале третьего месяца, пускай выложили, к концу это проиндексировалось, поисковая система поняла. Пришли люди, нейронная сеть проанализировала поведение этих людей, как-то проранжировала нам их и повысила выдачу. Только на 4-й месяц мы начинаем получать профит с наших там каких-то первых публикаций. Там задержка, как правило, месяц-два. Соответственно, ну, невозможно там за 3-4 месяца что-то дать, какой-либо результат. А капитализация происходит вот за счет чего, друзья? Так, одну секунду. Да, Виктор, я как бы не вру, агентство Нильсон, если заинтересуетесь, пожалуйста, мои контакты там будут в конце, я вам скину это исследование, смотрите. И более того, в самом конце я расскажу наш кейс,
Все подтвердилось, как бы. Значит, вот история какая. Значит, за счет чего происходит капитализация? Капитализация происходит за счет того, что вы сделали контент, ну, контент-единицу, да, она появилась на вашем сайте, она статична, она проиндексировалась, она так или иначе релевантна какому-либо поисковому запросу. Чтобы, опять же, вы хоть на минуточку понимали, что такое поисковый запрос. Если вы работали, знаете, да, по заявлениям Яндекса 75% всех поисковых запросов повторяется с частотностью один раз в 3 месяца. То есть вы эти запросы не видите и не увидите ни в одном из сервисов по сбору семантики. Если вы понимаете сейчас, о чем я говорю. Более того, ежегодно длина запроса увеличивается на какое-то количество символов. И сейчас тренд на увеличение количества запросов. То есть их становится все больше, больше и больше. Создавая контент вот по классической схеме, под SEO, под какие-то запросы, вы просто не охватите и не сможете охватить всю семантику. Так вот, создавая контент на единице, так или иначе, вы создаете контент, который будет релевантен каким-то из запросов. Да? Вы создали текст, и так или иначе он на что-то будет отвечать, и велика вероятность того, что ваш ответ окажется больше других. Опять же, это поэтому же надо быть СМИ. Не для того, чтобы выжить другие СМИ, а для того, чтобы как можно больше тематика охватить с точки зрения семантики. Да? Там конкуренты упустили вопрос выбора лизинговой компании. У вас есть, да, и пускай ваши там другие контентные единицы не конкурентно способны, ну не смогли вы добиться качества, еще чего-то, причин множество, да. А эту вот нишу вы застолбили, они этого и не видят, да. Соответственно, эта контентная единица будет вам потихоньку приносить трафик. Вы один раз потратились деньги, монетка положили в копилку, и она начинает вам приносить дивиденды, 5 посетителей, 10 посетителей. В следующем месяце вы тратите деньги уже на другие контентные единицы, а это все еще приносит 5, 10, 50, 100, потом похуже ранжироваться начала, снова 50, 100, и так вы накапливаете капитал. То есть в какой-то момент дивиденды, то есть трафик и выгода, экономическая выгода от этого трафика начнет превосходить ваши издержки по, ну, на контент-маркетинг. И чем дальше, тем больше. То есть, ну вот, снежный ком по нарастающей. Да? То есть мы, например, часто наблюдали картину, когда клиент от нас уходит, у него трафик растет, да, это было вот особенно характерно у нас для 12-13 годов, когда мы были совсем маленькие и работали фактически с микробюджетами и с микробизнесом. Там, когда там компания приходит из 5 человек, у них начинает переть, они думают, о, все, все, мы все поняли, дальше мы сами, и уходят. И мы как бы наблюдаем вот этот взлет. И 3 месяца они растут, потом бац, стагнация. Да, то есть они растут еще на старых дрожжах, еще индексируется старый контент, он еще работает, они еще какое-то количество времени стагнируют, потом, естественно, информационная среда меняется, конкуренты подгоняют, отъедают эти дольки, и трафик постепенно падает, плавное падение. Соответственно, вот как бы поэтому я говорю, эти издержки, они капитализируются, они появляются у вас на сайте, это осязаемо, это не контекстная реклама. Вбухал деньги, пришли посетители, не получилось у тебя сконвертировать, ну все, до свидания, принеси еще. Да, здесь как бы другая история. Вбухал деньги, пришли посетители, не получилось их сконвертировать. Почему-то пришли по не тем запросам. Не очень конверсионная страница, еще что-то. Ты еще остался игроком на своем поле. Ты еще можешь с ними что-то делать. Ты создал самую главную парадигму потребности в твоем контенте, а дальше ты уже начинаешь над этим работать. Такое тоже может быть. Но это, согласитесь, совершенно другая история и совершенно другая позиция, нежели
позиция, ну вот как бы с платными источниками рекламы. Значит, кто уже начал приручать этого зверя контент-маркетинг? Я честно, как бы примеров знаю. Ну вот я знал один единственный пример, не вру, два. Один наш кейс, и второй, как бы вы все прекрасно знаете. Вот нашел третий. На самом деле натолкнуло меня. На самом деле Сбербанк, деловая среда, отдельный сайт. Это очень похоже на контент-маркетинг, хотя им не совсем является в чистом виде. Почему? Потому что там все-таки предполагается еще и покупка доступа к контенту. Да, контент-маркетинг все-таки это бесплатное распространение контента. Мы средства массовой информации. То есть мы не средства массовой информации в классическом виде. Мы не зарабатываем на рекламодателях, и мы не должны зарабатывать на читателя, он не должен платить за доступ контента. Нет, мы наоборот должны ему выдавать его бесплатно, создавать ситуацию, когда он его прочитает, вдохновится, поделится этим там у себя в социальных сетях. Это увидят его друзья, знакомые, да, то есть мы создаем потенциал для виральности. Вот, кстати говоря, тоже вопрос, как бы на собственном опыте, на собственной шкуре контент работает долго. Вот я почему говорю про капитализацию. У нас были примеры, когда классная статья, вот я вам рассказывал, да, там 5-100 посетителей там приносит материал. Вот мы его опубликовали, мы получили там 3000 переходов. Потом плавное падение, 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 падение интереса. Полгода, бац, взрыв, 10 тысяч переходов получили на материал. Роемся, копаемся, в чем дело? Кто-то точно так же в поиске, для кого-то стала актуальна тема, нашел нашу статью, прочитал, вдохновился, репостнул. Это оказался человек вот с теми самыми 10 тысячами подписчиков в Фейсбуке, да, то есть лидер мнения, поделился, дал комментарий, и это вызвало новую волну, новую, мы получили новую аудиторию, новый контакт, новые комментарии, интерес к материалу, там сделали даже дополнение, обновили публикацию, все, полгода, опять тишина, потом опять новый всплеск, меньше, там, 3000 посетителей. То есть качественный экспертный контент, он так или иначе будет у вас играть в долгую. И он может даже испытывать некоторое количество жизней, перерождений. Но для этого он должен раздаваться за бесплатно. Он должен иметь возможность стать вирусным, как в Питере пить Шнура, вот это вот Лабутены, все, да, то есть вирусность это что такое? Это ценность, которая возрастает по мере того, как растет аудитория, просмотревшая этот контент. То есть я там посмотрел этот клип, экспонат, замечательная девушка, замечательный видеоряд, понятный, забавный смысл, но вообще не было не смешно, да, ну как бы. Но я не смог этим не поделиться, потому что давление общественности, потому что все в теме, все там лайкают, репостят, делятся, а ты видел, а ты. Я тоже такой, типа, решил выпендриться, жене там отправил, поделился. Вот это вирусный эффект, да? И, соответственно, в идеале мы, конечно, когда будем работать, ну, это в тему надо глубже погружаться, как рассчитывается эта вирусность, да, как ее отслеживать и пытаться каждый свой контент делать вирусным. То есть, пускай мы потратим сейчас больше денег на создание одной единицы, но, скорее всего, мы получим существенно больше охват. Не наши там стандартные 3-5 тысяч людей, да, посмотрят, прочитают, посмотрят наше видео или посмотрят нашу инфографику или прочитают текст, а 30 тысяч, а 50 тысяч. И, ну, соответственно, это все как бы, ну, это опять же очень позитивные сигналы для поисковых систем. Вот Сбербанк, деловая среда, они тоже, они создают некую дополнительную ценность. Причем они, понятное дело, что они идут чуть-чуть дальше, глубже, в том смысле, что у них есть личный кабинет, и у них, допустим, существенно большая персонализация идет. То есть это отдельный домен, в этот клуб надо вступить, надо назвать там свою фамилию, имя, отчество, да, то есть, ну, они гораздо больше знают про свою аудиторию, но хотя они существенно
ограничивают себя вот в этом механизме раскачки этой аудитории, ее, да, то есть на, ну, как бы недостаточный охват, какой мог бы быть, да, ну и в принципе там, конечно, преимущественно видеоконтент, там какие-то сторонние, я не наблюдаю, что там серьезно какая-то редакционная работа, но вот как на уровне эксперимента что-то близкое к контент-маркетингу, я в этом вижу, и в принципе мы даже, собственно говоря, тоже хотели со своими лекциями туда попасть. Я ставил задачу маркетологу, ну, что-то у нас там заглохло. Надо снова эту тему поднять и пойти, в общем-то, туда. Да, то есть искать тоже своих клиентов. Есть смысл, да, на этой платформе. Но, тем не менее, вы что-то такое же можете делать для себя, только ну, избежать ошибок. Классический контент-маркетинг в чистейшем виде. Никто не ждал, никто не думал. Ну, когда я говорю «никто не ждал, никто не думал», я не думал. Я в рынке, я примерно представляю темы, все такое. Но вот что в банковской среде будет такой классный контент-маркетинг, мы как бы не знали. Вот Тинькофф. Журнал, в общем-то, ну, понятно, ребята осознали, поняли, и они как бы в теме, я предполагаю, запустили контент-маркетинг, статьи на сайте, в блоге, все это ретранслируется через e-mail рассылку, это ретранслируется в социальные сети, привлечены, ну, практически лучшие на рынке авторы, там люди, там Ильяхов, кто-то из его школы, прекраснейшая верстка, уникальные иллюстрации. Ну, как бы все продумано, все проработано. Абсолютно, вот сегодня на болталке, коллеги, я являюсь клиентом Тинькова, пользуюсь там картой Тинькофф Блэк. Сегодня мне коллеги, меня начали расспрашивать, а у тебя же вроде карта там, чего, как. Конкретно там Татьяна Карабинцева, наш менеджер по продажам, я рассказал и, собственно говоря, интересуюсь, а что, почему, да, блин, ты знаешь, говорит, мне сегодня скинули ссылку на Тинькофф журнал, я почитала там, как экономить, про проценты, там оказывается, можно получать проценты, так интересно, интересные статьи, в общем, меня заинтересовало, хочу себе теперь карту Тинькофф Блэк. Я сотруднику не расхваливал, он со стороны до этого пришел, как бы информация его догнала, причем, опять же, вот это поделился какой-то, ну, лояльный, да, понятно, как бы человек компании. Лояльность, я не говорю, что эта лояльность была заслужена брендом Тинькофф только благодаря журналу. Понятно, что там еще и продукт, и технологии, много чего еще там, общий информационный шум, но тем не менее, да, знакомство сотрудник начал именно с Тинькофф журнала. Ну, соответственно, чтобы вы понимали, да, вот я на скриншоте привел там цифры по охвату у одной статьи 15, 8 тысяч, 30 тысяч. Обратите внимание еще на сотни репостов этих материалов в социальной сети. И сколько еще друзей, товарищей увидело этих репостов. А потом еще догнали это через e-mail рассылку. Тех, кто не прочитал, тех, кто не посмотрел. И теперь представьте, посчитайте, какое количество денег вам нужно потратить. Может быть, они, конечно, будут более конверсионные, там, а может быть и не очень-то более конверсионные, чтобы купить эту аудиторию в контекстной рекламе. Я предполагаю, что в дальносрочной перспективе, понятно, то есть, что после того, как статья только вышла, и первые 10 тысяч посетителей, там, может быть, с точки зрения денег, будут ей никого неэффективны. Но дальше, по мере роста, с каждым новым посетителем, с каждым новым контактом, эффективность вложенных денег в эту контентную единицу будет увеличиваться, чего с вашей контекстной рекламой не произойдет, ну, с вашими платными источниками трафика. Ну, соответственно, я к чему? Лидеры рынка в той или иной, ну, Тинькофф в чистом виде, Сбербанк в каком-то обрезанном, обрывочном,
предполагаю, что кто-то есть еще. У меня, извините, коллеги, там просто, может быть, не хватило времени или, может быть, действительно недостаточно примеров на рынке. Нужно быть больше здесь в теме, да, показать вам кейсов. Давайте я вам лучше расскажу как бы за свой кейс, за свой опыт. Значит, компания Saxo Bank. Вот я вижу, у нас появились в онлайне слушатели. Кто-то знает их, нет? Если ну, там плюсики, минусики, что-то. Ну ладно, видимо, никто не знает. Значит, это мировой трейдер, лидер. Да, я не скажу там на каком месте, ну в топ-5 они входят точно. Российское представительство Saxo Bank. Сотрудничали мы, если мне не изменяет память, с конца 2012 года, начала 2013 года и сотрудничаем до сих пор. Значит, сейчас сотрудничество изменилось, я вам расскажу. Там поменялись люди, поменялась стратегия компании. Они к нам пришли как бы с сайтом. Да, вся история началась с того, что вообще наша компания, она развивалась как раз вот с этого, то, что мы писали тексты, качественные, разбирались, погружались в свои редакции, вроде как бы это оценили, к нам за этим приходили. Но мы постепенно там аудиторию воспитали, выросли из просто копирайтингового агентства до более масштабных задач. Значит, они вот приходили, нужен был, их сайт был совершенно не оптимизирован, то есть с точки зрения структуры мы полностью переделали всю структуру. Мы переписали все статичные тексты в разделах. Мы углубили структуру там, по-моему, до 5 или до 6 уровня, чтобы как можно больше статической семантики охватить и так далее. Да? Потом мы начали сотрудничать в плане написания текстов. Текстового контента. То есть, если вы посмотрите, у них там есть новости, раздел статьи, они и без нас, и до нас выпускали аналитику, да, какая-то такая контентная, там, по-моему, то ли по-моему, даже квартальный, да, отчет, то есть там прогнозы, мировые там эксперты на рынке трейдинга, все дела. А, ну, чтобы вы, ну, вот плюсики тут поставили, вы знаете, да, у них там минимальный чек, с которым можно зайти и начать торговать, 100 тысяч долларов. В курсе, да? То есть это не, там, не классические наши там, Форекс-конторы. Вообще, как бы, я не специалист. Для меня Форекс это что-то там МММ там, и тому подобное. Я в это не очень верю, может быть, зря. Но не суть. То есть, как бы... клиенты вменяемые, да, с большие чеки, компании серьезные, мировая, там, чтобы вы понимали, сайт мы переделали, то есть там, понятно, свой собственный движок, свои собственные шаблоны, единая CMS-система, головной офис в Кипре, ничего нельзя поменять толком без согласования с Кипром, программисты в Индии, что-то надо поменять, надо созвониться с этими индусами, понять их гребаный ломаный английский вообще, который сложно понять английским и так далее. Ну, как бы с грехом пополам все перелопатили, переделали, пошел трафик, да, но мы доказали себя как эксперты в части создания контента, они увидели, да, и, кстати, некоторые наши статьи, наш контент для Saxo Bank опубликовался в ведомостях, то есть, ну, как бы редакционный ценз проходим без проблем, и нам дали на откуп контент-маркетинг, то есть мы начали создавать контент, вот соответствующий статичный, ну, как бы на сайт, и самое главное, мы начали вести внешнюю контент-маркетинговую активность, то есть мы начали... Ну, в классическом понимании, наверное, для вас это может быть пиар, работа со средством массовой информации, мы называем внешний контент-маркетинг. Когда мы ищем площадки в интернете, именно в интернете, которые пользуются доверием среди поисковых систем, да, то есть мы проверяем их на то, какой, есть ли у них поисковый трафик. Почему? Потому что есть площадки с высокой посещаемостью, но она не из поиска, у нее другая природа. Нам важно именно те, которые пользуются доверием у поисковых систем. Значит, они как бы индексируются, значит, там живая
новая аудитория, которая, ну, опять же, может быть, работать долгую. Мы публикуем там некую контентную единицу по тематике, интересной нашей целевой аудитории. Она закрепляется, уходит там через неделю, через две недели вниз. Нам даже не столько важна индексируемая ссылка, это не про покупку ссылок. Ссылка может быть даже закрыта от индексации, но она должна быть на наш сайт. Да? То есть мы должны показать поисковикам, что и наш бренд упоминает. Самое главное, мы должны показать поисковикам, что этот контент интересен, да, то есть, если сайт, площадка, на которую мы пришли, обладая доверием со стороны поисковиков, она также проиндексируется, она также будет ранжироваться, да, то есть, туда, на этот портал будут приходить люди, читать этот материал, уходить по ссылке на наш сайт, да, то есть вот такого в несколько касаний будет эта история работать долгую, да, потому что, ну, это могут обеспечить только качественные площадки. И площадок нам нужно было много, поэтому это были неизвестные средства массовой информации, то есть нам нужны были публикации там 15, 20, 25, ну, максимум 30 тысяч рублей, да, то есть мы должны были. И нужно было вот ежемесячно мы делали там, давайте NDA, все-таки абстрактными вещами, до 10 публикаций ежемесячно мы делали с различной успешностью. Когда-то там проблема бывает, там сайт найдешь, контакты, не пойми где, связаться с этими людьми, чего, как, проконтролировать их верстку. В общем, дело муторное. Иногда просто не успеваешь как бы сделать запланированное. Значит, история следующая. Мы работали вот по контент-маркетингу с Saxo Bank до 2015 года. Значит, дома мы работали, я думаю, это не могу не скрывать, Елена Башарина на тот момент занималась этим, она сейчас в декретном отпуске, я лично с ней периодически общаюсь, поддерживаю связь, соответственно, сменился менеджмент. Так вот, значит, в 2015 году, когда мы уже проработали по контент-маркетингу, по-моему, больше уже полутора лет, в январе месяце из Кипра приходит постановление, там, коллеги, соврал, 14-й, не 15-й, 14-й, это не кризисный год, это был 14-й, значит, приходит распоряжение отключить полностью CPC рекламу, полностью отключить контекст. Яндекс.Директ, Google AdWords, все вырубаем по всем направлениям. В январе месяце Лена вырубает. И, в общем-то, наблюдает следующую картину. Ситуация по заявкам не меняется совершенно никак. Ну, мы как бы в личной беседе это все было раскрыто, что мне звонят, она говорит, мне звонят из Кипра и говорят: «Лен, что такое, почему не отключили там CPC, как бы была же команда», она говорит, я все отключила, это поисковый трафик. И там уже начинается как бы, ну, какая-то история с этим связанная, там, внутренние разборки, я этого уже не знаю, да, то есть мне цифр, вот я за что купил, коллеги, за то и продал, хотите верьте, хотите нет, хотите найдите, напишите Игорю Домбровану, там, руководителю этого направления, хотите Лене Башариной напишите, вообще без проблем, там, как бы, и кому, кто захочет, эти все вещи подымет, выяснит, да. Они продолжали получать нужное количество лидов и сделали, и перевыполнили план, и, в общем-то, понятно, что Лена там, как руководитель направления, была довольна результатом, ну и как хороший руководитель направления, естественно, в той же беседе, естественно, мы там за что-то, она нас давила, что-то мы не успели, что-то мы там не очень хорошо сделали, надо было поправить. Ну, как бы понятно, что задача менеджера такого проекта создавать давление на агентство, на подрядчика. Это нормальная история. Соответственно, а в 2015 году, собственно, там где-то в середине 2015 года или даже в начале 2015-го, Лена, когда уже ушла в декретный отпуск и пришел другой человек,
на ее место. Там, в принципе, у компании Saxo Bank вообще сейчас установка, они полностью во всем мире, насколько я знаю, насколько мне сообщили, отказались от контекстной рекламы, сосредоточились как раз на получении условно-бесплатного поискового трафика. Все, что мы делали, всю структуру, все похерили, все забрали централизованно в Кипр, поменяли дизайн, поменяли структуру, возможно, поменяли контент, не уверен. Так, меня видно, слышно, у меня просто экран погас. Соответственно, да, окей. Соответственно, ну, это уже стало мировой, как бы, стратегической задачей всего бренда Saxo Bank. И мы в чем-то там помогаем, по-моему, сейчас по площадкам, плюс мы по редактуре помогаем. Но это уже я не могу сказать, что это неправильно сказать, что мы делаем контент-маркетинг для Saxo Bank. Он там уже сам сусам, и все стало гораздо сложнее. Хотя, ну, там, по каким-то задачам мы продолжаем сотрудничество. Контент-маркетинг для них мы закончили делать в конце 2014, начале 2015 года. Вот, соответственно, вот это то, что мы испытали на своем личном опыте. Как компания, вкладывая деньги в контент на протяжении длительного периода времени, может привлекать трафик, получать лиды, конвертировать их и, ну, в общем-то, расти по выручке, по прибыли и так далее. Ну, в общем-то, коллеги, на этом все. Главная задача этой лекции, я оставил себе чуть-чуть сдвинуть парадигму или, не знаю, ваше представление о маркетинге в существующем мире, показать вам его чуть-чуть с другой точки зрения. А в свете этого сдвига я хотел донести, что вам нужно как бы переосмыслить некоторые ориентиры, метрики, понять, что нужно действовать по-другому и очень кратко рассказать о методологии, почему она, в общем-то, эти задачи пока еще может решать. Я подчеркиваю, я тоже отдаю себе отчет, в принципе, никакого контент-маркетинга через 3-5 лет, может быть, действительно уже не станет. Может быть, просто, ну, так все развивается быстро, оно как бы непонятно. Но сейчас вот это работает в вашей сфере. Я предполагаю, что мало кто использует. Отличное конкурентное преимущество. Надо только доказать и как-то, ну, внедрять. А вообще компании, которые используют контент-маркетинг в различных нишах, ну, уже, конечно, большое количество. Так, Юлия Тарасова, ответьте, пожалуйста, на вопрос про Яндекс.Аудиторию. Не нарушаем ли мы законодательство, используя Яндекс.Аудиторию? Получается, что мы передаем персональные данные третьим лицам. Юлия, я, к сожалению, не силен в этих аспектах юридических. Есть сервис, есть возможность им пользоваться. Передаем мы или не передаем, я не знаю, вот честно, коллеги, я не знаю, наверное, этот вопрос надо адресовать компании Яндекса и ее юристам. Я понимаю, что у вас совершенно другой уровень, вам с юридической точки зрения надо быть, у вас совершенно иной подход и, как бы, ну, корректный ответ на этот вопрос вы можете получить только самостоятельно, извините. Так, во вкладке, да. А существуют какие-то сервисы и автоматизованные решения для контент-маркетинга? Нет, не существует. Каков средний бюджет на контент-маркетинг? Средний бюджет где? Какой средний бюджет на квартиру? В каком регионе? Какая квартира? Ну, это очень общий вопрос. Очень. У малого и среднего бизнеса, я вам могу сказать, там 60 тысяч рублей. У всех успешных кейсов по контент-маркетингу, которые я знаю,
Наш собственный контент-маркетинг, когда штатная редакция, СКБ, ну, Тиньков по всем показателям, ну, это, я думаю, 300-500 тысяч рублей в месяц. МФО, Пермь. Ну, а тематика-то какая? Что лучше работает, подписка на статьи или анонсирование в соцсетях? Работает хорошо все. Дело в том, что разные люди, разные модели поведения. Есть люди, которые предпочитают получать на почту. Мне вот, например, удобно работать с почтой. Я предпочитаю подписываться и читать лучшие материалы у себя на почте. Не следить за всеми, а читать только лучшие. Да? Эта парадигма есть у людей. Она работает, ее надо учитывать в своей стратегии. Есть парадигма, когда мне люди наоборот в качестве источника информации пользуются только социальными сетями. Да, то есть вот у нас де-факто идет очень, я сейчас очень утрирую, но у нас идет серьезное расслоение. Грубо говоря, у нас 30% это подписчики. Ну, то есть, давайте так, ядро сайта, вот те, кто заходит постоянно на наш сайт, те, кто вводит наш домен, 30% это поисковый трафик и 30% это вот как раз email подписка и социальные сети. То есть, идет достаточно равномерное расслоение, ну, там с определенными перекосами. Но это, опять же, тоже будет зависеть в том числе и от контента, на какую площадку он рассчитан. То есть, если... Конечно, по-серьезному заниматься контент-маркетингом вам необходимо будет разрабатывать в рамках вашей основной контент-маркетинговой стратегии. Придется детализировать каналы. Контент для YouTube – одна цель задачи. Контент для социальных сетей – другая чуть-чуть цель задача. Контент для email, рассылки и блога – третья задача. Тоже как бы... Может быть определенное расслоение из-за специфики аудитории, из-за парадигмы восприятия контента. Да, там, на почту мне пришло письмо, это серьезно. В ленте, в социальной у меня, о, это интересненько, любопытненько, надо глянуть. То есть, ну, как бы, это надо учитывать. Юлия Тарасова, ну я не знаю, почему вам юристы не разрешают пользоваться. Как и кто это вообще может узнать? Ведь Яндекс.Аудитория на основании e-mail адресов делает только портрет, а потом уже по этому портрету вам делает ретаргетинг на другую аудиторию. То есть вы показываете рекламу не этим людям, которых вы выгрузили, а ну, вы как бы... Просто проанализировали, ну, чтобы вы это сделали сами, чтобы вы это сделали. Ну, я не знаю, с юридической точки зрения, наверное, действительно это может быть сложно. Хотя с практической точки зрения, кто и когда и как это вообще может вычислить, я не представляю. Так, вопросы. Ну, микрофинансы в МФО Пермь я бы, наверное, исходил из бюджета там 150-200. Ну, это я, понимаете, тоже здесь я ретранслирую на свой специфический опыт с учетом, ну, там, наших бюджетов, того, что мы предлагаем клиентам и какие клиенты к нам приходят. Конечно, детальнее надо разбираться. Ну, так, навскидку 150-200. Коллеги, еще если есть вопросы, давайте. Мы чуть-чуть перевыполнили наш сегодняшний план. Дайте мне хотя бы обратную связь. Было интересно, полезно, и я что-то вам новое рассказал. Вы не зря потратили свое время. Я не зря потратил свое время.
Ну вот Виктору было супер полезно. Виктор, спасибо, я рад, блин, день прожит не зря. Уже хорошо. Да, Юлия, боритесь вы там с юристами и вообще держитесь. Ладно, коллеги, всем пока, всем всего доброго, успехов. А, пишите, звоните, я как бы открыт. Значит, он там на первом слайде вам же все это вышлет. А, все контакты. Так, что там я указал? Может быть, я сейчас что-то продублирую вам.